вообще в детстве все, что мы хотели, ничего невозможно было получить. Ни куклы, ни одежда. Все донашивалось друг за другом, от родственников. Потом после меня моя сестра. У нас вообще был очень сложный достаток. «Поза очи» про суперзирку Светлану Лободу. Неужели у Светланы Лободы были кредиты? Да, были. У субботу об 11:00 на Интере.